комфорт и безопасность. Глава дал поручение навести порядок на территории городского водохранилища. Двойки и пятерки. Уже известны предварительные результаты ЕГЭ армавирских выпускников. Профессиональный праздник. 21 июня чествуют сотрудников кинологических подразделений МВД страны. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19 часов. Повторы в 6 утра, в 6:30 и в 12:30 дня. Видеоверсия доступна на сайте www.ravita.info.